Хей, йо, гайс, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Dark Souls Remastered. Окей, мы в прошлой серии убили с вами двух боссов, получается, да? Да, жалко Солера, он, короче, на темную сторону перешел. Ну, не суть, нам нужно теперь как-то отсюда выбраться. Так, тихо, вон, вижу лестничку. По сути, нам осталось убить с вами только одного хранителя огня, именно как босса, такого самого главного, который нам нужен по сюжету. И все, мы тогда сможем отправиться к Вину. И мы можем отправляться к Вину. Вин, 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 Вин. Так, дух героя. Можем еще сразу спрыгнуть за этой вещицей. Ушел за зеленый херь. Все равно недалеко. Ну да. Было ожидаемо. Так, у нас с вами 56к. Это у нас плюс прокачка левела. Так, а я хочу забрать вещичку. Как мне это повернуть? Давайте еще раз попытаемся. Последний раз. Мне кажется, там какой-то предмет лежит. Ценный довольно. Будет довольно какой-то ценный предмет. О. А, жертвенное кольцо. Ну. Такое себе. Так, у нас с вами осталось 14 флях. Ну, на следующего босса, я думаю, будет вообще достаточно, потому что следующий босс у нас заключается в чем? Есть три точки, куда нам нужно ударить. И самое главное там сложное заключается это в паркуре. Да, паркур, Dark Souls. Ну что, в принципе, все. Там мы были. Или нет, подожди, да, я там был. Все. Получается, отправляемся сюда. Ах. Хочу умирать. Сука, ладно. Поехали. Вот босс этот. Ложе хаоса. А не, оно атаковать может. Так, как там? Сейчас отопьемся, подождите. Так, так, так. Берем бомбочки. И кидаем. Чего-то не получается. Как там? Мне нужно, короче, закинуть туда. Там ветки мешают.
не долетает. Ладно. Мы побежали на своих двух. Все, одно мы взорвали корневище. Окей. Вот об этом я и говорю. Да. Это ж сколько мне сейчас бежать нужно? GG. Погнали обратно. Погнали обратно. А только есть один нюанс, я не помню. Подождите, это первый босс, да, или второй босс? Где личинки у нас первые были? Ладно, короче, просто побежали. Можно было все-таки сохраниться, сходить, блять. Что, пацаны, минус 50к, минус левел ап. Найс, круто, обожаю, просто обожаю. Нам что остается, только бежать. Все это дело за на бо. Да, да, заново. Можешь посрать на них, побежали через ноги. Шевелилась херня эта. Не-не-не, оно сюда бежит. Ну нахер. Короче, больше мы никого не убиваем, просто бежим. Бежим, бежим, бежим. Просто я понимаю, что это классно. Потерять 53 тысячи. Просто на том, что я, блядь, поставил не то кольцо. Найс. Ой, не хочу с тобой драться, все. Вообще уже настроение все пропало. Поехали.
Замечу, что фаза изменилась. Беда. Главное, что сохранить прогресс на этом боссе. Давай, сейчас вторая лапка вырастет. Вот она, да. Вот эта лапка. А, ну конечно... Повторим, босс изичный. Изи-бизи. Плевать. Наше дело бежать. Бежь и без. Ладно, там просто прямо. А понимаете, дело в чем? Если б я смог кинуть бы бомбу, одну и вторую, мне бы не приходилось бы вот это вот делать. Формула 1. Вообще попы. Трать. Попытка номер 30. Полетели. Жалко, что звуков нету. Бам! Побежали. Туда вниз спускались, да? Сейчас. Блять, у нас теперь точно не просто серия выйдет. Ебать. Что, не одноразовый? Хотя... Мне посрать. Берем щит, просто бежим. Мне плевать. Я иду смотреть, какой мне проход открыл. Чтоб я уже там сохранился и не мучился, блять. 24 на 7. Вот что это за двери? Да я их открыл. Да, я это открыл проход. Руины демонов. Как далеко?
GG. Это ж как нужно было сделать, чтобы мне так жопа теперь сгорела? Жопа на максимум. Ладно, давайте смотреть, сколько времени займет. Поехали сейчас, 26:15. Сейчас 26:15. Я думаю, где был проход? Спрыгнул ведь сюда. Смотрю, тут ни хера не было. Да-да, конечно, ни хера. Так я и поверил. Давайте валить отсюда. Вот это уже урон получает. Не, мне кажется, быстрее бегать этим. Через красную лаву. То, что я так круг делаю. Ненужный. Уже забирает. Это я еще не прибежал. Две минуты, а это я еще не прибежал. А если точнее, 2 минуты ровно. Забирать, чтобы сюда прибежать. А с помощью лука я навряд ли, да, туда смогу попасть. GG. Я иду. Я иду. Я пришел. Привет, Усик. Как ты? Отдыхаешь, да? Тварь. Все. Перенестись, храм огня, да. Боже мой, сколько мучений. Сколько всего. Все, полетели. Так, сначала новый уровень. Так, теперь поднести душу.
Да, готово. Там у нас последний проход. Поэтому мы сейчас юзаем все души, что хотя. Давайте я схожу, посмотрю, что там. Нет, все-таки нужно это заканчивать. Юзаем все, что у меня есть по душам. Все, что есть. Пользовать. Вот. Так. Бац. Бац. Новый уровень. Изи прокачка. Так, 27к еще остается. Это сейчас все поравняем. С помощью вот этих душ. Не, давайте я сделаю вот как. Давайте, наверное, еще здоровье вкачаю. Или выносливость пойти. Давайте выносливость нагрузку соточку сделаем. Да. И последнюю душу. А, у меня еще одна. Тихо. Так. И душа. Использовать. Все, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.